В середине 90-х будущие звезды кино Гоша Куценко и Мария Парушина были обычными студентами школы-студии МХАТ. Они познакомились на вступительных экзаменах и практически сразу закрутили роман. Пара прожила вместе 5 лет, за которые успела обзавестись дочерью по имени Полина. Актеры сначала не спешили оформлять брак, а потом и вовсе расстались, устав от бесконечных конфликтов. Популярность Куценко росла, он обзавелся поклонницами, перед обаянием которых не мог устоять, а Парушина не собиралась постоянно прощать неверного возлюбленного. Тем не менее, они смогли сохранить дружеские отношения и совместными усилиями воспитывают дочь. Сейчас Полине Куценко уже исполнилось 26 лет. Она пошла по стопам родителей и стала актрисой, а еще девушка превратилась в настоящую красавицу, вобрав в себя все лучшие черты родителей. А что скажете вы?